Всем большой привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня будем готовить творожные маффины. И в этом рецепте не будет муки. Ну и нам понадобится сметана 20%, яйца, разрыхлитель, ароматизатор любой, у меня лайм, сахар, манка и творог тоже от 5%. И оно у меня тут через сито пропущенное, чтобы оно было мелкозернистое. Ну и первым делом яйца взбиваем хорошо с сахаром до пышной белой массы. Добавляем сахар. И ароматизатор сразу. И все хорошо взбиваем до пышной белой массы. Все, яйца взбили до такого пышного состояния. Венчики нам не нужны. Меняем на насадки крюки. Если у кого-то нету крюк насадков, в принципе, можно и лопаткой. Теперь сюда добавляем. Творог. Сразу же сметану. И разрыхлитель. Все хорошо размешиваем. И последнее добавляем манну. Все, тесто готово. Пройдемся еще лопаткой. Оно будет такое жидковатое, но ничего страшного, так и должно быть. Теперь для удобства я перелью в кондитерский мешок. Все, тесто готово, и выпекать я буду в таких бумажных капсулах, удобнее всего. И наполняем чуть выше половины, где-то 2/3. Все, капсулы наполнили, теперь отправляем в разогретую духовку на 180 градусов. До готовности тут надо смотреть до сухой зубочистки. Поэтому все, теперь отправляю в духовку на 180 градусов до готовности. Все. Маффины готовы. Выпекались они 35 минут. Но тут уже смотрите по вашей духовке. Вот такие они получились, то есть там без шапочки, без ничего, ровные. И теперь отправляю полностью остыть и будем делать сверху шапочки из кринчиза. Ну и для творожных шапочек
крема чиз, понадобится сахарная пудра, сливочное масло, 82% прям комнатной температуры, чтобы было хорошо, и сливочный сыр. Я пользуюсь Хохланд. Ну и ароматизатор ванильный сахар взял. Ну и для начала хорошо взобьем масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Да, и масло должно быть комнатной температуры, а сыр холодный. Взбили. Теперь добавляем сыр. И теперь только перемешиваем, сильно не взбиваем, потому что сыр может отслоиться. Все, крем-чиз готов. И отсаживать я буду 1 м осадкой. Все, и так отправляю в холодильник, чтобы оно не растаяло. И жду, пока полностью остынут маффины. Маффины мои остыли, теперь буду делать, ну, как сказать, отверстие для начинки. И у меня есть такой плунжер, с помощью него буду вырезать отверстие. Если нету, то можно это делать и при помощи ножа. Теперь делаю посередине дырочки. Все, отверстие сделал. Теперь начинку. В качестве начинки у меня сегодня будет карамель. Можно брать любую, но я вот сегодня решил сделать с карамелью. И карамель это не самодельная, это покупная. То есть и теперь возвращаем пробки обратно. Показать, какие они получаются. Ну, вот видите, оно прям белоснежное внутри получается, полностью пропеченное, и прям структура творога ощущается. Ну и теперь самое последнее, сами шапочки. Ну и в качестве украшения возьму такую посыпку. Ну и все, друзья, вот они мои творожные маффины. Готовятся легко. Еще одним преимуществом то, что здесь не идет мука. Ну и в принципе и по готовке не очень сложно. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А я желаю всем всего хорошего. До свидания.